благополучно добралась до Сергели 1. Это район, который находится прям напротив Махалиольчазор. Меня просто не перестают удивлять и радовать вообще Сергели, насколько тут все аккуратно. Смотрите, какая тут красота. Какие тут дома сами по себе такие аккуратные, да? Вот. Этим домам минимум по 30, по 40 лет. И они до сих пор выглядят довольно свежо, да? И обратите внимание, тут вот здесь сделали асфальт, ну не асфальт, а вот цементную дорожку, везде, впрочем, да? И там и учтена детская площадка, и паркинг-зона, да, вот в такой вот тесноте. Тут очень маленький промежуток между этими двумя домами. Просто удивляет, насколько я очень долго шла вот именно к этому месту. Просто поражает, насколько тут все-таки аккуратно, да, вот. Я понимаю тех людей, которые приезжают из Сергелейна в другие районы, они все-таки относятся очень ностальгически к своему району, и если есть возможность, они опять переезжают сюда. Я их, конечно, в этом плане очень сильно понимаю, очень хорошо понимаю. Просто где бы я ни была, вот в Сергели 2 очень аккуратно, чистый, Сергели 1 еще лучше. Просто вот не может не радовать вот такая вот картина, когда ты видишь, что спальные районы, да, вот такой вот пролетарский сам по себе район, Сергели 1, вообще Сергели сам по себе. И вот такой вот, вот такая вот красивая, аккуратная картина, да, вот видите, да, насколько тут красиво, я просто не могу не удивиться, шикарно просто. Очень люблю Сергели за аккуратность, за ответственность, вообще ответственность, которая вообще есть в людях здесь. Это же не только вот администрация, да, благодаря администрации. Люди сами тоже должны осознанно относиться ко всему. Да? Очень красиво. Очень, очень мне вот это вот место понравилось. Тень. Сейчас, конечно, пасмурная погода, но тем не менее, я думаю, даже при солнце тут достаточно тени. Очень, очень классно. Да, еще такой момент, на что я обратила внимание. Вот все вывешивают белье. Все, у всех есть. Но, как-то, знаете, здесь получается вот во всех домах выборочно, да, вот крайне редко видишь, чтобы все, во всех окнах балкона было вывешено белье. Да, что наблюдаю я, например, в своем доме, да, все стирают и каждый день, да. Здесь такого нету, так в основном такая чистая, аккуратная картина, когда ты смотришь на дом, да. А так все вот эти вот роли, вот эти вот, которые вывешивают белье, все есть у всех. Так, еще такой момент. Активно везде обновляют игровые площадки детские, активно. Вышла я на метро, но вот поверьте мне, это не только вот фасад, да, то, что видно из метро, вот с метро или со стороны метро, когда ты проезжаешь, покрашено чистенько, аккуратно, вглубь прям проходишь, там все, вот такая картина продолжается везде. Классно, в этом плане молодцы. Но у нас люди, естественно. Ну что, вот что им делать, когда нету тропинки, да, вот что делать людям? Они, естественно, прокладывают себе вот такие вот тропинки. Газону, конечно, капец. Газон, ну, газон, естественно, рушится полностью. Вот, вот такая вот система полива этому метро, максимум, сколько там года нету. Вот. Как у нас работает? Вода просто так расходуется, вот так вот. Я не знаю, насколько сейчас эта система налажена или отлажена. Я помню, папа мне говорил, что раньше для полива использовалась техническая вода. Да, подключалась техническая вода. Я более чем уверена, что сейчас вот такое вот понятие техническая вода для полива, такого нет. Это все это питьевая вода, и она вот так вот тупо расходуется. Вот так вот.
Хочу вам показать вот это вот дерево. Это сергелит 2. Обратите внимание, дерево вообще не придавалось или как обрубки или формовки, да, было, наверное, но это было прям очень-очень давно. И смотрите, какое классное дерево, да? Вообще, сам райончик не подвергается вот этой вот пресловутой ободальнаштрещ. Поэтому здесь зелень, она такая приятная, да, не обгладанная тут все. Вот смотрите, вот этот вот участок сам по себе. Смотрите, какие деревья тут, какая тень, да? Вот для чего люди сажают деревья? Чтобы была тень, она здесь есть. А эти финские дома, вот, про которые у меня тоже есть видео, можете посмотреть, если вас интересует. Вот что происходит, когда нет хозяев или нет вот этого вот ограждения, и люди не заинтересованы в том, чтобы за ним ухаживать. Ну, вернее, ничейная вещь – это ничейная, однозначно. Особенно это касается Узбекистана. Что-то я вот насчет вот этих вот линий метро, вот эти вот эстакады, я что-то не поняла. А уже давно, я, наверное, месяца 3-4 назад снимала здесь. А продвижения нету, да? Что-то как-то заморозили, что ли, проект. Не знаю, была тогда вот активная стройка, тут люди работали, да? Сейчас будний день, рабочее время, да, не обеденное время. И тем не менее, вот работы приостановлены почему-то. Смотрите, вот. Никому не нужно, никому не нужно. Давайте мы с вами пройдемся по кварталу Сергелий 2. Вот как классно тут. Вот в этом месте я как бы, ну, часто бывала, потому что у меня тут родня, я как вам говорила, в детстве очень часто сюда приезжали. Ну, детство это детство, да, это Советский Союз такой, да. А здесь, вот в последнее время я здесь, наверное, была очень-очень давно, когда был, ну, как бы партии, да, худое, что ли, что-то вроде было. Где же у меня дядя живет? Я что-то никак не могу вспомнить, по-моему, ближе к повороту, да, к угловой части. Здесь я, конечно, здесь не была. Сейчас вспомним старый дом. Симпатичное место, да? Ну, как-то, знаете, немножко более старый, чем Сергелий 1. Как мне кажется, он же может быть менее ухоженный. Ну уж точно, что здесь зелени намного больше. Намного больше. Вот обратите внимание, тут ты гуляешь, как в парке, да? Это тот же самый Чиланзар, но как-то немножко более другая атмосфера здесь. Чиланзар — это что-то нечто такое, знаете, старое, устоявшееся, что-то такое. Знаете, такая сильная константа, да? Как вам сказать еще, как же выразиться? Менее активная, может, то есть, да, менее живая в плане, да, подвижности. А здесь все такое живое, все на улице, все что-то делают. Шума, гамма нет, но все-таки вот эта вот атмосфера чувствуется, да? Но при этом вот зелень везде, да, достаточно много. Видишь, что да, деревья тут не самые молодые, большие старые деревья, да? Но, тем не менее, здесь вот это ощущение, как у вас, молодости, свежести есть. Да, вот такое вот то, что я чувствую, по крайней мере. Так, детские садики тут не обновлялись, тупо просто покрасили, кажется. Вот такой вот... серьезные реконструкции, реставрации, как у нас, да, в нашем неблагополучном
Каракамыша, который имеет такую репутацию, да, к сожалению. Здесь нет. Школы старые. Ну, вот как же мне тут нравится. Я как будто в парке гуляю. Классно. Очень-очень понравилось. Просто супер. Приятное место такое. Везде зелень, везде. Везде ребятня, детишки. Классно. Сергели 1. Сергели 2, да. Сергели 2. Зачет. Кажется, я приближаюсь к дому, где раньше у меня жили родственники. Где же это место? Я заблудилась. Ну, миллион лет назад я здесь была. Что же поделать? Кажется, вот этот вот дом. Торец. Торцевая квартира была. Сейчас не знаю. Даже лавочки другого цвета. Представляете, кто-нибудь в Ташкенте в другом месте додумается до такого цвета? Нет, или вот в половую краску, или вот эту вот жуткую зеленую краску. Ну вот. Яркий пример того, как у нас в основном выбирают или решают как бы цвет кор. Или цветовой дизайн. Вот. Вот такой вот дешевый, не знаю. А как это называется, фисташковый или цвет Тиффани, да? Не особо. Вернее, цвет Тиффани сам по себе очень красивый, но вот для лавочки он однозначно не подходит. Ну, давайте дальше пройдем, посмотрим, что тут есть. Я сейчас вспомнила. Так. Я всегда смотрела вот на этот дом, когда завтракала на кухне, я помню. Я всегда с этим, знаете, с благоговением детским смотрела на вот это высокое здание. Сейчас, если я не ошибаюсь, квартира торцевая была. Сейчас. Ну вот этот вот дом, по-моему, если я не ошибаюсь, да? Вот этот вот дом третий. Могу ошибаться, но вот я знаю, что я смотрела на этот дом, девятиэтажку, вот это вот в детстве, да? Однозначно этот дом. Продали его давно уже. Так, корзинка. По-моему, здесь я не видела макро. Тут корзинка, да, везде. Почему-то. Так, ярмарка до сих пор не работает. Бедные люди, где им торговать на целый район, да? Район у нас Сергели не маленький. Тут нету своего рынка. А ярмарка у нас славилась тем, что тут можно было купить абсолютно все хорошего качества по приемлемой цене. Всего этого, как я поняла, до сих пор эти жильцы лишены. Да, ну, еще такой момент, о котором я ни разу упоминала, то, что здесь, на мой взгляд, или люди намного более такие со вкусом, да, или вообще какое-то требование со стороны Хакимиата есть, чтобы вот эти вот фасады, да, украшала хорошая, красивая, качественная и яркая реклама, да, не вроде все это скопление выглядит как-то, да, перебором, да, если так подумать. Но если сравнивать с тем перебором, который мы встречаем в других районах, здесь намного более, как вам сказать, скромнее и более со вкусом, на мой взгляд, потому что когда ты едешь по этой улице, вот эта вот вся красочность радует глаз. Да, вот видите, вот что происходит, когда закрывают главные рынки. Людям просто ничего не остается, кроме как так вот занимать места прохожие.
Смотрите, какая красивая картина тут открывается. Особенно вот это вот место прям, ой. Вот все продают, все здесь есть. Да, вот такой вот импровизированный рынок получается вдоль вот этой вот дороги, да? Прям. Да. Я последний раз, когда разговаривала с одним продавцом, одним дедушкой, который продавал на этом рынке, бывшем ярмарке, он сказал, что где-то там строится новый рынок. Да, и скоро его закончат. Кажется, нет. Не особо. Не особо похоже на то, что тут что-то в скором времени завершат, потому что уж больно тут загруженная вот эта вот улица. Зелени очень много, да? И плюс, да, тут они идиоты, которые сидят просто ради того, чтобы денежку зарабатывать, пилят деревья. Надеюсь, Сергели эта участь обойдет. А то, что у нас творится, это просто ужас. Да. Что еще мне нравится, то, что вот такие вот кафешки везде, и всегда тут народ есть. А в некоторых районах, например, открываются, закрываются, потому что сам по себе народ как бы не стремится к своему, да? Они стремятся к тому, чтобы куда-то поехать подальше от дома и там посидеть, повеселиться. Вот здесь такого нету. Отличное место, в принципе. Почему бы и нет? Да. Ну, короче, у нас вот бизнес-центр, да? Не в плане здания, а концентрация всяких там точек оказания сервиса и продажи чего-либо оказывается вдоль вот этой вот дороги. А, очень большая концентрация причем. Так, еще одна особенность Сергели, то, что я здесь крайне редко встречаю учебные центры, да? В отличие от того же Каракамыша, где я живу, то там на каждом шагу учебные центры, причем очень хорошего качества, где преподают классные парни, классные девочки, которые отучились за границей. Почему-то вот именно на Сергелях, такой, да, большой развитый район, ну, такой дефицит, вот, по всему по моему пути, вот единственный первый раз, который встретился, и то как-то не особо презентабельно выглядит в каком-то старом здании. Да. А это у нас магазинчики вдоль центральной дороги. Улица у нас называется, оказывается, Янги Сергели. Так что... Ну, как вам сказать, так как ярмарки сейчас нет, вернее, она есть, но не такая, да, как раньше была. И из-за этого, наверное, торговля у этих магазинов идет хорошо.